Прежде мною Тарас Шпичка, капітан команди «Білуга». Тарас, сьогодні команда зіграла в ніфію. Думаєте, знайшли два очка, чи все-таки одне втратили? Ну, я думаю, по такой игре, что нашли. Потому что вы сами видели, что очень тяжелая была игра, как для нас, так и для соперников. Абсолютно равная игра. По моментам, я думаю, было одинаково, что у нас были моменты, что у соперника были моменты. То есть игра была равна, и ну, играли, видите, как сначала мы забили, немножко вышли вперед, немножко не удержали счет. Ну, ничего страшного. Я думаю, что, скорее всего, нашли два очка. Ви грали особисто на найвищому рівні. Як гадаєте, чи можна цей матч прирівняти до гри, наприклад, в вищій лізі? Ну, по накалу, я думаю, да. По накалу, по напряженності цього матчу, я думаю, що можна прирівняти. Дійсно, хороший матч був. По якості гри близькі чи все-таки ще далеко в бізнес-лізі до вищої ліги? Ну, тут тяжело говорити, во-первых, тому що формат немножко другой. Тут грати складніше, тому що більше боротьби. Ну, представьте, да, если на большом поле добавить ну, 25%, сколько, 3 игрока лишних, да, играли бы 13-14, какая была бы игра. Ну, здесь тоже один игрок лишний, немножко сложнее играть в этом плане. Если было бы игра 4-4, ну, я думаю, была бы немножко другая игра. А по накалу, по качеству игры, по борьбе, я думаю, что не уступает премьер-лиге. У вас не наймолодша, в принципі, команда в лізі А, однак як вдається підтримувати таку шалену фізичну форму? Ну, ми тренуємося кожен день, підтримуємо форму. Я думаю, нічого складного там немає, головне регулярно тренуватися, а так, в принципі, все нормально. Дякую, бажаю вам перемог в наступній грі.